Дональд Федорович до 19 января будет, в общем-то, ну, можно сказать, чудить, а можно сказать, бряцать суверенитет. Либералы и анархисты додавливают законодателей, и положение о наказании за разглашение персональных данных не принимается. Далее эта самая неполживая демократическая публика дружно начинает выкладывать в сети данные силовиков, чем-то им не понравившихся. Ну а затем к этим силовикам с вполне определенными намерениями приходят исламские террористы. Это сюда. О! Алла-Ларь. Вот так вот. Нормально? Не, я так в бок. Ну, а Дональду Трампу не стоит отчаиваться. Даже если в этот раз отстоять победу ему не удастся, у него есть все шансы побороться за президентское кресло через 4 года, ведь с такими ожиданиями электората демократы почти наверняка вскоре облажаются и утратят народную поддержку. Да-да, это действительно напоминает Порошенко с его пресловутым Томасом и армией Мовой Верой. С той лишь разницей, что в Черногории градус гонений властей на церковь был существенно выше. Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире «Международная панорама» и я, Даниил Богатырев. В Иране на прошлой неделе произошло событие, которое может существенно повлиять на политические расклады на всем Ближнем Востоке в ближайшем будущем. 27 ноября к востоку от Тегерана в Абсардском районе провинции Давамант был убит старший иранский ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде Махабади, видный деятель иранской ядерной программы. Сразу после убийства в СМИ появилось несколько версий того, как оно произошло. По самой распространенной из них, озвученной государственным телевидением Ирана, рядом с машиной физика-ядерщика был взорван пикап Nissan. Большое количество взрывчатки было спрятано под деревянным грузом. Взрыв был такой силы, что дверь автомобиля отбросила более чем на 200 метров. После этого группа террористов открыла огонь из находившегося рядом внедорожника, используя автоматы и пулемет. Двое нападавших были убиты, один захвачен живым. Фахризаде скончался от полученных ранений уже после того, как его доставили в госпиталь. Убийство одной из ключевых фигур иранской ядерной программы произвело эффект разорвавшейся бомбы в мировом информационном пространстве. Взаимные обвинения, угрозы вооруженным ответом и конспирологические теории, как обычно бывает в подобных случаях, полились как из ведра. Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что обстоятельства гибели ученого дают повод полагать, что к убийству причастен Израиль. Вот что он написал в своем твиттере. Цитата. «Сегодня террористы убили выдающегося иранского ученого. Этот трусливый поступок с серьезными указаниями на израильскую роль показывает отчаянные намерения злоумышленников развязать войну. Иран призывает международное сообщество и особенно ЕС положить конец позорным двойным стандартам и осудить этот акт государственного террора». В свою очередь, советник верховного лидера Ирана Хоссейн Дехкхан написал в Твиттер, что на Иран пытаются усилить давление с целью развязывания полномасштабной войны. Виновникам убийства ученого он пригрозил возмездием, цитата, «Мы жестоко обрушимся на тех, кто убил Мари Мохсена Фахризаде, как гром, и заставим их пожалеть о своем поступке». Президент США Дональд Трамп после убийства иранского физика-ядерщика многозначительно сделал репост сообщения о нем в своем твиттере. Сообщение израильского журналиста Йоси Мельмана, а также издания The New York Times, Трамп ретвитнул 27 ноября, словно намекая на то, что в смерти ученого стоит искать американский след. Говоря о том, кому могло быть выгодно убийство Фахризаде, прежде всего приходят на ум Израиль и Соединенные Штаты. Сделанное на иранском телевидении объявление о том, что физика убили с применением оружия израильского производства, подтверждает эту версию.
Кроме того, стоит упомянуть о том, что израильская разведка обладает обширным опытом ликвидации ученых, задействованных в ядерной программе Ирана. В период с 2010 по 2012 год четверо иранских ученых-ядерщиков Масуд Али Мохаммади, Маджид Шахриари, Дариуш Резаи Неджад и Мустафа Ахмади Рошан были убиты, а еще один, Ферейдун Аббаси, был ранен в результате покушения на убийство. Два убийства были совершены с помощью магнитных бомб, прикрепленных к автомобилям целей. Дариуш Резаи Неджад был застрелен, а Масуд Али Мохаммади погиб в результате взрыва бомбы, закрепленной на мотоцикле. Правительство Ирана тогда, как и сейчас, обвинило Израиль в соучастии в убийствах. В 2011 и 2012 годах иранские власти арестовали ряд своих граждан, которые предположительно вели кампанию убийств по заданию израильской разведки Моссад. По сообщениям СМИ, западные спецслужбы и официальные лица США тогда неофициально подтвердили связь с Израилем. В июне 2012 года иранское правительство было уверено, что арестовало всех убийц. Израиль не подтверждал и не отрицал свою причастность, но его министр обороны Моше Яалон тогда заявил, цитата, «Мы будем действовать любым способом и не готовы мириться с ядерным Ираном. Мы предпочитаем, чтобы это было сделано посредством санкций, но в конце концов Израиль должен быть в состоянии защитить себя». По сообщениям СМИ, кампания убийств, вероятно, была прекращена в 2013 году в результате дипломатического давления со стороны Соединенных Штатов, которые тогда пытались договориться об ограничениях на ядерную деятельность Ирана, то есть пресловутой иранской ядерной сделке. Еще одним косвенным доказательством, указывающим на возможную причастность Израиля к убийству иранского ученого, служит то, что ранее израильский премьер Беньямин Нетаньяху упоминал его фамилию в числе прочих ученых, работающих над иранским ядерным проектом, список которых удалось раздобыть израильской разведке. Вот что об этом пишет CNN. В апреле 2018 года Нетаньяху упомянул имя Фахризаде, когда представил ядерный архив, который, по его словам, агенты Моссада добыли в Тегеране. Он назвал его главой секретного ядерного проекта под названием «Амад». «Запомните это имя, Фахризаде», – заявил Нетаньяху репортерам. Сегодня, после убийства Фахризаде, эти слова Нетаньяху двухлетней давности уже не кажутся простым совпадением. Что же до роли интересов США в случившемся – они просматриваются вполне отчетливо. Как мы уже указали выше, прошлая кампания убийств иранских ядерщиков, предположительно организованная израильской разведкой, закончилась в 2013 году, когда администрация Барака Обамы работала над заключением иранской ядерной сделки, впоследствии представив ее в качестве своих основных внешнеполитических достижений. Став президентом, Дональд Трамп вывел Соединенные Штаты из этой сделки, взяв курс на усугубление конфронтации с Ираном. Сегодня, в преддверии его вероятного ухода из Белого дома, существует не нулевая вероятность того, что администрация Байдена попытается вернуться к политике, проводившейся в отношении Ирана при Обаме. Следовательно, в интересах Трампа и его команды ухудшить отношения с Ираном за оставшиеся полтора месяца до такой степени, чтобы о возобновлении ядерной сделки не могло идти и речи. Самый простой способ сделать это – спровоцировать руководство Исламской Республики на жесткие ответные действия убийством одного из отцов ее ядерной программы. И пока возможные методы силового ответа обсуждаются в иранских штабах, симметричный политический ответ уже был дан. 29 ноября иранский парламент выступил за ускорение рассмотрения законопроекта о возможности увеличения уровня обогащения урана на территории страны. Если закон будет принят, правительство будет обязано производить в год как минимум 120 кг урана, обогащенного до 20%. При этом совместный всеобъемлющий план действий, та самая иранская ядерная сделка, позволяет Ирану обогащать уран до уровня не более
3,67% в течение 15 лет. Также закон обяжет иранские власти в течение года ввести в эксплуатацию по 1000 дополнительных центрифуг на ядерных объектах в Натанзе и Фордо. Кроме того, иранские парламентарии предложили ограничить инспекционную деятельность Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ в Иране в связи с убийством физика-ядерщика Мухсена Фахризаде. Вероятно, при координации провокационной операции по убийству Фахризаде были задействованы мощные контакты администрации Трампа с израильской стороной. Последняя не заинтересована в нормализации американо-иранских отношений при новом президенте, а потому охотно принимает участие в подобных акциях. В непростых перипетиях взаимоотношений между Соединенными Штатами, Ираном и Израилем нам поможет разобраться политический эксперт и, не побоюсь этого слова, родоначальник нашей программы Дмитрий Джангиров. Здравствуйте, Дмитрий Георгиевич. Добрый день, добрый день. Вот ситуация с убийством иранского физика-ядерщика Фахризаде. Понятное дело, что Иран сразу же обвинил в этом Израиль. Ну и мы знаем, что, наверное, эти обвинения имеют под собой какие-то основания, потому что в период с 2012 по 2013 годы, точнее с 2010 даже, были убиты несколько видных иранских ученых, и иранское правительство также подозревало в этом израильскую разведку. А сейчас вот, соответственно, существует еще и угроза, ну, если с точки зрения Трампа смотреть на это, то угроза возврата администрации Байдена в иранскую ядерную сделку или, по крайней мере, попытки возврата. И, соответственно, с точки зрения Трампа необходимо как-то этому воспрепятствовать. Поэтому, наверное, такая кампания убийства иранских ученых, ее возобновление имеет какую-то и внутриамериканскую политическую цель, и для Израиля, соответственно, там есть свои цели. Вот как вы это прокомментируете? Какие ваши впечатления от этого? Ну, во-первых, интересный факт, что фактически соревнуясь в скорости с руководством Ирана, в этом теракте, а это все-таки в виде теракта произошло, Израиль обвинила «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на свои источники, что, в общем-то, ну, достаточно серьезно. И реакция была очень быстрой «Нью-Йорк Таймс» в этой ситуации. Ну, вы знаете, что я так скажу. То, что иранского физика убили агенты Израиля, это более вероятно, чем то, что Навального отравили, так сказать, агенты Путина. Поэтому все, кто считает, что отравление Навального highly likely было сделано по приказу Кремля, то еще хайлее и лайклее является убийство физика-ядерщика происками, как в нашей молодости говорили, сионистской военщины, ну, понятно, спецслужб Израиля. Но если мы, в общем-то, серьезно, так сказать, поговорим на эту тему, то у Байдена происходит ситуация во многом схожая то, что происходило с Трампом. На самом деле в американской политике не так просто выскочить из колеи, заложенной предшественниками. Даже если это кажется, ну, то, что делали предшественники, неправильно, и даже если у тебя есть определенная, ну, опора на, скажем, большинство в, так сказать, Конгрессе, имеется в виду Сенате и Палате представителей, по данному вопросу. Даже не партийное большинство, а на данную тему у тебя есть большинство. И в этом плане, конечно же, ядерная сделка с Ираном вызывала резкие возражения правых в Израиле, а они все-таки благодаря во многом Трампу, на процентов 80 благодаря Трампу и на процентов 20 благодаря Путину,
это, ну, имеется в виду дополнительные усилия, кроме приложенных ими, то есть мы говорим про внешние усилия, для того, чтобы все-таки у власти сохранить премьера Нетаньяху. Всеми правдами и неправдами многие забыли, что он на самом деле де юра полупремьер, там два премьера. Да-да. Было. Но реально это было для того, чтобы... как бы оппозиция, раскалываясь и, так сказать, идя на какие-то соглашения странные для избирателей, хотя бы сохранила лицо, а на самом деле мы понимаем, что остался Нетаньяху. Правый блок, Ликуд и ультрарелигиозные партии Израиля всегда были против иранской ядерной сделки, считая, что это резко укрепляет Иран. И на сегодняшний день мы, кроме того, можем сказать, что действия Ирана тоже были предсказуемы. Ну, из чего можно, допустим, если вдруг не Израиль, то это, конечно, американские определенные спецслужбы, которые ориентируются на конфронтацию с Ираном, то есть и которые, скажем, не поддерживают Байдена, а ориентируются на республиканцев. Конечно, Иран предпринял уже ответные меры, принят закон об обогащении урана до уровня оружейного, это 20%. Дело в том, что, выходя из ядерной сделки, как бы, Иран на несколько десятых всего процента повысил до 4% уровень обогащения, ну, что, скажем, было символическим жестом, там близкая к 4 цифра была, может быть, 3,67, вот что-то такое прописано в договоренностях, то есть то, что легко вернуться назад, отыграть. Сейчас они своим законом, так сказать, подняли до 20%. Закон должен одобрить корпус стражей Конституции, но, скорее всего, это все будет сделано. Правда, они сказали, что проведут дополнительное заседание по закону. Ну, честно говоря, сложно найти специалиста по иранскому законодательному процессу, по иранскому законотворчеству. Ну, действительно, я не знаю, что значит, и не нашел вот в короткий срок человека, который бы объяснил, что может измениться после того, как уже закон подан на утверждение, вот, заседанием по этому закону. Ну, видимо, у них есть какие-то свои процедуры, немного нам непривычные. И вот, собственно говоря, Байден может попасть в ситуацию, когда его не просто намерения, а некие обязательства перед другими крупными системными мировыми игроками, перед теми игроками, с которыми он хочет возобновить, скажем, сотрудничество, союзнические, даже близкие просто отношения, так сказать, то, что требует от него Германия, Франция, Евросоюз в целом, еще ряд игроков, так сказать, он не сможет сделать, если сейчас какие-то произойдут резкие движения, ну, например, удар по Израилю, ответный удар, так сказать. Дмитрий Георгиевич, вот об ответных действиях я как раз хотел спросить. Вот если мы предположим, что действительно этот террористический акт по убийству иранского ученого был организован израильтянами в сотрудничестве с Соединенными Штатами, ну, имея в виду администрацию Трампа, то очевидно, это было действие, направленное на провокацию иранской стороны, на какие-то жесткие действия. И здесь вот принятие закона, ну, это, скажем, недостаточный, наверное, ответ на подобный акт терроризма. То есть следует, наверное, ожидать какой-то более серьезной мести со стороны Ирана. Возможно, вооруженных каких-то акций, возможно, действий со стороны Хизбаллы в отношении Израиля и тому подобных вещей. Каких-то обострений в Йемене, ну и имея в виду всех иранских прокси на Ближнем Востоке. Ну, вы знаете, что
технологически, надо понимать, технологически Израиль, особенно если он опирается на возможности Соединенных Штатов разведывательно, намного превосходит Иран. Поэтому, скажем, если мы там будем говорить о каком-то ракетном ударе, он может оказаться неэффективным, он может быть блокирован, то есть ракеты не долетят до Израиля. Так сказать, да, возможно, Хизбалла, но это не прямой ответ. А понимаете, логика Востока, логика Ирана требует прямого ответа, который хотя бы позволяет сохранить лицо, например, как было с убийством Сулеймани, когда в ответ это, так сказать, была обстреляна база, ну, она американско-натовская была, и потом датчане жаловались, что это у них уши, так сказать, там с перепонками какие-то были проблемы, их вовремя не предупредили о налете, так сказать, они жаловались, но никто не погиб, и, в общем, да, так сказать, и, ну, и никто никого не собирался убивать, но сам факт был обстрела в ответ на убийство Сулеймани. Каковы возможны символические действия? Ну, опять же, непонятно, с кем договариваться о договорнике вот в данный переходный период на самом деле. Возможно, Иран возьмет паузу, но мы же понимаем, что в силу характера своего, так сказать, ну, этот Дональд Федорович до 19 января будет, в общем-то, ну, можно сказать, чудить, а можно сказать, брецать суверенитетом, а можно сказать, так сказать, самодурствовать, как уж это все оценивать. Но, тем не менее, то, что по всем, в силу, опять же, особенностей характера, вопреки американской политической традиции, он будет, так сказать, Джозефу Байдену закладывать как можно больше мин и, так сказать, затрудняя, так сказать, отыгрыш обратно каких-либо действий, сделанных Трампом, на самом деле. И вот в этом, это все, что происходит, укладывается в эту логику. Более того, я верю вот в эту утечку, что Трамп обсуждал возможность удара по Ирану. Другой вопрос, что совсем не обязательно, что он там настаивал на этом, как, но это некое предупреждение. В утечке всегда есть смысл. Кстати, эта утечка появилась пару недель назад. Да, до убийства. Да-да. Физика, ядерщика. То есть, ну, это была некая попытка предотвратить, очевидно, какие-то события, которые происходят. Тем более Байден начал получать, например, доклады разведки, секретные доклады. То есть, ну, с каждым днем Байдену, ну, мы понимаем, обобщенному Байдену, сам Байден ничего не понимает, так сказать. Это сломал ножку, играя с собачкой психологической поддержки. Это же, блин, какой должен быть диагноз, что у тебя собачка психологической поддержки, так сказать, с тобой играет. Так сказать, в звании майора она, мейджор. Да. Но Камала Харрис банкует в данной ситуации. Вы знаете, что я думаю, что... Я склоняюсь к мысли, что Камала Харрис изначально как, ну, ключевая фигура в администрации. И в этом плане, ну, так сказать, можно ожидать, что ее влияние будет выходить за рамки традиционного влияния вице-президента на, так сказать, политику, которую... так сказать, формирует Белый дом. Тем более, что у них в традиции политической американской есть этот вариант, когда внешнюю политику в большей степени формирует
вице-президент, нежели госдеп. Хотя, опять же, по-разному бывает, но, тем не менее, внешняя политика как бы считается в ведении Камалы Харрис, поэтому ей разруливать. Но тут опять же проблема. Байден, если мы возьмем даже обобщенного Байдена, так сказать, с командой Байдена, а людей очень много вот из старой команды Обамы, Клинтоны, те, кто с Байденом работал сейчас, ну, номинируются на должности в Белом доме, так сказать, эти люди, так сказать, могут восстановить, ну, свои старые связи, ну, те, которые были у Байдена, когда он был вице-президентом, и, скажем, это Байден понятен, обобщенный Байден, его позиция понятна партнерам и оппонентам, понятна и надежным союзникам, и ненадежным. Ну, он некая стабильная фигура, константа, грубо говоря. А Камала Харрис, ну, ей, грубо говоря, даже для выхода на единый понятийный аппарат понадобится определенное время. Это не проблема Харрис, она может быть очень талантлива и со всем справится. Ну, это неизбежность, когда появляется новый политик с большими полномочиями, с большой ответственностью, но без истории переговоров вот с этими ключевыми внешними центрами. Там, условно, Германия, Франция, Китай тот же, пусть там не как союзник, как оппонент, Брюссель и так далее. Поэтому, так сказать, Израиль, вы знаете, ну, я всегда говорил, что это единственная страна в мире, у которой иногда получается сыграть в игру «Хвост вертит собакой» с Соединенными Штатами. Не всегда, но иногда получается. И я хочу сказать, что мы видим, что это вот очередная попытка, так сказать, выступить в качестве хвоста собаки психологической разгрузки для, так сказать, Джозефа Байдена. Ну, посмотрим. Спасибо вам за беседу, Дмитрий Георгиевич. На связи с международной панорамой был Дмитрий Джангиров, политический эксперт. Тем временем Францию продолжает лихорадить. После прокатившейся по стране волны исламского террора и последовавшего за ней обострения отношений с рядом мусульманских стран, Макрон и его чиновники столкнулись с мощной волной протестов. На сей раз она была вызвана не вопросами религии или нелегальной миграции, а намерением властей ужесточить правила поведения на массовых мероприятиях вроде митингов и демонстраций. В прошлый вторник французское нацсобрание приняло в первом чтении законопроект о глобальной безопасности. Его 24-я статья предусматривает введение наказания в виде года тюремного заключения и штрафа в 45 тысяч евро за распространение изображения лица или другого элемента идентификации полицейского или жандарма с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности. Казалось бы, вполне резонное положение закона, учитывая то, что с повсеместным распространением анонимных мессенджеров, слив в сеть данных правоохранителей с целью терроризирования их угрозами, приобрел массовый характер в самых разных странах, где имеют место массовые протесты. Например, совсем недавно мы могли наблюдать подобную практику в Беларуси, где представители местной прозападной радикальной оппозиции выкладывали в анонимные телеграм-каналы данные правоохранителей, после чего семьи последних получали шквал угроз. Однако французские журналисты, а вместе с ними и активисты всевозможных некоммерческих организаций, возмутились этим положением законопроекта. По их мнению, оно позволит штрафовать или сажать в тюрьму любого, кто будет снимать полицейских на камеру во время исполнения ими служебных обязанностей. Вот как описывает возмущение работников французских медиа американское новостное агентство CNN. Цитата. Коллектив организаторов протеста, получивший название «Остановите закон о глобальной безопасности», состоит из союзов журналистов, правозащитных НПО и других групп.
Они выступают за отмену статей 21 и 22 предлагаемого закона, которые устанавливают тотальную слежку, и статьи 24, предусматривающие наказание за злонамеренное распространение изображения сотрудников полиции. В субботу, 28 ноября, около 46 тысяч человек приняли участие в акции протеста в Париже против принятия закона о глобальной безопасности. По информации правоохранительных органов, в Лионе в аналогичной демонстрации приняли участие 7,5 тысяч человек, в Бордо – 6 тысяч, в Страсбурге – 1500 и в Лилле – 1400 человек. В целом же, по данным правоохранителей, в разных городах Франции на этих выходных митинговали около 130 тысяч человек. Сами протестующие называют цифру в 500 тысяч. В Париже были задержаны 46 участников протестов. Причиной задержания в основном стало применение силы против полицейских. Сначала протестующие выкрикивали оскорбления в адрес правоохранителей, после чего начали забрасывать их бутылками и фейерверками. Хулиганы начали поджигать мусорные баки, фургоны, подожгли автомобиль и велосипед. К месту прибыли несколько пожарных машин. На площади Бастилии, в конечной точке маршрута, также горели урны и автомобили, а хулиганы ломали камеры наружного видеонаблюдения. Помимо вышеупомянутых претензий к властям, участники протестов призывали к отмене так называемой «новой национальной схемы полицейской деятельности», объявленной в сентябре министром внутренних дел Жеральдом Дарманином, которая вынуждает журналистов расходиться во время демонстрации по приказу полиции, что не позволяет им освещать происходящее. Более 100 депутатов местного уровня из региона Парижа заявили о своем участии в акции протеста на публичном форуме во французской еженедельной газете «Le Journal du Dimanche». Казалось бы, ничего необычного. Сейчас во многих странах проходят протесты. Причины, как правило, одни и те же – ухудшающееся социально-экономическое положение населения и возмущение вводимыми властями мерами по ограничению публичной активности или тотальному контролю. Однако нынешние выступления во Франции глубоко симптоматичны. Они отлично иллюстрируют то, что закрутить гайки расшатавшегося механизма французского общества и вернуть его в нормальное состояние, обуздав криминал, терроризм и другие проблемы, уже вряд ли получится. Как мы неоднократно говорили в предыдущих передачах, невозможно одновременно пропагандировать толерантность к исламским мигрантам и запрещать им заниматься религиозной, в том числе и экстремистской пропагандой в общественной жизни. Невозможно проповедовать всеобщую свободу личности и обуздать провокационную деятельность либеральных придурков из «Шарли Эбдо», вызывающих огонь терроризма на все французское общество. Точно так же невозможно совместить повсеместную пропаганду свободы прессы и демократического контроля с усилением мер безопасности во время массовых мероприятий, столь необходимых французскому обществу. А теперь просто представьте картину. Либералы и анархисты додавливают законодателей, и положение о наказании за разглашение персональных данных не принимается. Далее эта самая неполживая демократическая публика дружно начинает выкладывать в сети данные силовиков, чем-то им не понравившихся. Ну а затем к этим силовикам с вполне определенными намерениями приходят исламские террористы. Невеселая картина, не правда ли? Ну и, конечно же, еще один аспект французских протестов, который нельзя не упомянуть, это пресловутые двойные стандарты. Почему, например, выкладывать персональные данные французских полицейских в сеть – это уголовно наказуемое деяние, а делать то же самое с данными белорусских полицейских – это борьба за свободу и демократию? Почему разгоны протестов в одних странах при помощи слезоточивого газа и водометов – это притеснение свободы, а в других – защита порядка и законности? Вопросы эти, разумеется, риторические, но всегда полезно держать их в голове, чтобы помнить, что современные СМИ – это не только средство информирования, но и мощный инструмент пропаганды. О протестах и иных социальных процессах, проходящих во Франции,
Поговорим с директором Международного института политической философии Виктором Савиновым. Здравствуйте, Виктор. Добрый день. Вот во Франции массовые протесты, демонстрации. Люди протестуют против закона со зловещим с социологической и философской точки зрения названием о глобальной безопасности. В частности, их не устраивают статьи 21, 22 и 24 этого закона, которые предлагают установить, как утверждают сами демонстранты, тотальную слежку за всем обществом, ну а также запрещают выкладывать в сеть какие бы то ни было личные данные правоохранителей. И, в частности, журналистское сообщество опасается, что это может распространяться на съемки и фотографии правоохранителей при исполнении своих обязанностей. То есть за любой репортаж, по идее, можно будет оштрафовать, либо посадить журналиста, который показал лицо полицейского, ну и так далее. Я вот о чем хотел спросить. Мы часто с вами в предыдущих передачах говорили об обществе контроля, о том, как оно будет незримыми такими методами контролировать жизнь каждого индивида. Вот приходит на ум сразу при наблюдении этих протестов во Франции, что, наверное, данная законодательная инициатива как раз-таки направлена на установление общества контроля. Или нет? Или все-таки это что-то другое? Не, ну, естественно, в данном случае дискурс идет как раз по поводу общества контроля. Просто те элементы, которые устанавливаются в Западной Европе, они встречают достаточно серьезное сопротивление. Потому что совершенно другой социальный уровень общества. То есть установить горизонтальный контроль и отчуждение от средств массовой информации в Украине достаточно легко. И это объясняется тем, что, ну смотрите, ВВП Украины 130 миллиардов. А ВВП, допустим, Франции почти 2,2 триллиона. То есть в 21 раз больше. И, соответственно, сумма базового безусловного дохода тоже будет в 21-22 раза больше во Франции. Французское общество достаточно жестко приучено отстаивать свои права. При этом проблема заключается в том, что в тех базовых позициях, которые существуют в установлении общества контроля, ну, например, виктимация общества, когда члены общества считают себя социальной жертвой, то есть готовы жить без системы образования, без медицины, без гарантированного пенсионного обеспечения, это тоже вот на разрыве в ВВП. То есть у нас общество примерно имеет потребительские возможности в 20 раз меньше, чем общество Восточной, Западной Европы. Да и Восточной. Просто меньше размер. И, соответственно, даже с учетом того, что в Западной Европе существует там проблема миграции. Но как только мигрант попадает в этот социальный срез, он начинает иначе мыслить. Это проявляется в том, что, например, французы понимают, что если, допустим, будут нарушены права средств массовой информации, они, конечно, не понимают с точки зрения философских концепций, что
влияние средств массовой информации является фактором создания социологических парадоксов, когда общество может только ретранслировать то, что сообщает средства массовой информации. Но мы здесь, находясь в Украине, не совсем понимаем, насколько у нас интенсивность политической информации выше, чем, допустим, в той же Франции. Французам даже представить себе не могут, что у них в стране может быть вместо телевидения радио. Вот как в Украине. Вот эти вот каналы, которые просто 24 часа в сутки занимаются обработкой психики людей. Причем это же к телевидению отношения не имеет. Это ну, иными словами, средства массовой информации превращаются в средства массовой пропаганды. А точнее, уже давно превратились. Ну, они, да. Но ты правильно сейчас закончил фразу в контексте того, что у нас, например, в стране отмирание такого вида коммуникации, как телевидение. У нас вместо телевидения пропагандистские радио, при этом ни в одной стране мира не выдадут лицензию родинным вещателям, как телевизионные. А где кинопоказ, где спорт, где развлекательные шоу. То есть если внести просто законодательное требование, чтобы информационно-политические программы были не больше там, 45 минут в сутки, то, соответственно, виктимация общества, то есть вот это вот напряжение, вот этот говнопоток, который льется беспрерывно на голову жителей, резко снимет социальное напряжение. Во Франции люди просто понимают, что ущемление прав свободы слова, причем это даже касается слоев, еще раз повторяю, там информационный обмен значительно меньше, чем у нас. У нас вводится такое количество вводных, чтобы создавать, думаю, что это у нас никто не понимает, но в политической философии называется, вернее, в социологии, парадокс Дюргейма, когда люди просто могут из-за того, что они получают слишком много информации на одну тематику, начинают думать, что эта тематика для них важна. Хотя она не имеет к их жизни вообще никакого отношения. То есть создается сериальное мышление. Я не думаю, что кто-то из французов знает, кто у них там, допустим, министр образования. Ну, это не публичный. А у нас же все знают, там, вплоть до того, кто там 750-й депутат какой-то фракции. Он почему-то публичная личность. И, соответственно, вот это вот различие, оно приводит вот к так называемому парадоксу Дюргейма, когда человек столько времени принимает участие в обсуждении политических аспектов жизни, что он не может ничего другого ретранслировать. Это получается круг его интересов. Конечно, французы этого не понимают. Ну, кроме, конечно, какой-нибудь профессора Сорбонны, которая, собственно говоря, является создателями этих концептов. Но сама по себе, то есть надо понимать, еще раз повторяю, ВВП Франции в 21 раз больше, чем ВВП Украины. Они вообще не понимают, как может существовать государство с бюджетом, который меньше, чем бюджет их олигархов. Они не могут понять, как может существовать государство, которое имеет там оборот, как спортивная лига. И они не могут понять, как может существовать государство, в котором отсутствует там образование, медицина, полиция. То есть она же не выполняет. Попробуйте в Украине вызвать полицию. Бесполезно, или врача.
Или попробовать получить пенсию. И многие, они приехали во Францию из стран третьего мира. И они понимают, что как только правительству дадут возможность проводить такие же социальные эксперименты, как в Украине, сейчас попробую это четко сформулировать. Традиция протестная во Франции строится на том, что с молоком матери западноевропейцы понимают базовый конфликт, что называется по-своему. То есть, что богатые живут за счет бедных. И бедные могут только за счет протестных действий отстаивать те или иные свои права. Ну, то фактически, это марксистский концепт такой. Это абсолютно. Как раз вот тут, Даниил, парадокс в том, что это концепт совершенно не марксистский. Потому что вопрос тут совершенно не в классах, то есть, а в отношении к базовому доходу. То есть, более того, если кого-то там из французов спросить о понятии класса чисто марксистской или неомарксистской концепции, они просто не поймут, о чем речь. Они понимают, что общество делится на классы. И каждый кластер должен отстаивать свои интересы. Но существуют как бы общие интересы общества, такие как, например, свобода слова. Украинцы давно забыли, что это такое. Они спокойно смотрят вот эти вот каналы, которые радийные, которые информационные, получают порцию дерьма в голову в огромном объеме. Французы опять-таки, они подсознательно понимают, что тот, кто владеет средством информации, ну, с точки зрения и базового контента, им не товарищ. И слушать его совершенно. Но они также понимают, что пока что в Западной Европе существует плюрализм мнений. И они также понимают, что... Ну, они в основном это знают по странам Африки, хотя информационное поле Украины сейчас не отличается от африканских стран. То есть структура средств массовой... Ну, у нас нет средств массовой информации. То есть у нас есть средства транслирования информационной... есть такое понятие, как там информационная насыщенность, когда вам все время повторяют одно и то же. И вам вводят персонажи в мышление, которые для вас чужды. Естественно, что простой француз не может это четко осознать. Но он понимает, что пока средства массовой информации выполняют рекреативную функцию, то есть развлекательную, то, что в теории политологии называется виктимация общества, и у нас, а тут не путать с виктимностью, юриспруденция. Виктимность – это учение о жертве. А виктимация, она проявляется, вот, например, когда люди становятся на колени, когда привозят человека, который погиб на войне. Почему в социальном плане приведут эти протесты во Франции? Решится власть продавить этот закон, не решится, как вы думаете? Ну, с учетом, во Франции решится. Да-да. Во Франции решится, а вот в других странах, может быть, нет. Тут надо еще сказать, что многие переживают, чтобы государство выполнило свои обязательства по базовому безусловному доходу. Но мы тоже должны понимать одну вещь. Смотрите, возвращаемся в начало нашего. Базовый безусловный доход во Франции
в 21 раз больше, чем в Украине. Чтобы вы понимали, о чем идет речь, мы легко пересчитаем базовый безусловный доход на украинский, английский доход на украинский. В Англии в 22 раза больше ВВП. Значит, соответственно, если в Англии планируют 900 пунктов, то в Украине это получается порядка 2200 гривен евро. Это гривен. То есть, теперь скажите мне, будет ли снято социальное напряжение в Украине, если каждый гражданин Украины получит, сколько там получает, $80? То есть, естественно... Очевидно, что нет. Что, да, то есть, Даниил, вы считаете, я тоже так. И просто, когда вы рассуждаете о концептах базового полного дохода, вы должны понимать, что общество считает, что это обязательство власти по отношению к ним, но которое на самом деле отнюдь не снимет напряжение. Я благодарю вас за эту беседу. В гостях у «Международной панорамы» был Виктор Савинов, директор Международного института политической философии. Пока в Соединенных Штатах продолжается поствыборное соперничество Трампа и Байдена, американские граждане уже сформировали набор потенциальных претензий, которые будут влиять на их уровень поддержки будущего главы государства. Об этом можно судить по результатам опроса, проведенного университетом Монмута, которые были опубликованы на прошлой неделе. Согласно данным исследования, основными проблемами для следующего президента американцы считают пандемию коронавируса, такой вариант выбрали 42% респондентов, и экономическое положение – 36%. Среди других важных проблем, по мнению респондентов, объединение страны – 20% и расовые отношения – 15%. Здравоохранение в качестве основной проблемы указали 9% респондентов, национальную безопасность – 8%, преступность и поддержание законности – 7%, международные отношения – 7%, очистку Вашингтона – 6%, причем здесь английский вариант ответа на вопрос столь же двузначен, как и его русский перевод, работу с Конгрессом – 5%, изменение климата – также 5%, и иммиграция – тоже 5%. Из вышеизложенного следует ряд интересных выводов. Во-первых, очевидно, что если бы не пандемия коронавируса, Байдену вряд ли удалось бы одержать победу на выборах даже с помощью тех фальсификаций, которым прибегла его команда. До момента начала эпидемии уровень одобрения и неодобрения политики Трампа был примерно одинаков. Однако после того, как в США стал бушевать коронавирус, уровень неодобрения деятельности президента резко возрос. Недовольство антиэпидемической политикой Дональда Трампа дало ряд козырей его оппонентам из Демпартии. Во-вторых, после выборов относительное большинство респондентов все еще считают проблему пандемии основной. Но сможет ли Байден решить ее лучше, чем Трамп? Очевидный ответ – нет. Колоссальное число заболевших и умерших от ковида в США – это результат несовершенной системы медицинского обеспечения, в условиях которой значительная часть населения не имеет вообще никакой медицинской страховки и, как следствие, не получает никакой медицинской помощи. А еще у части населения страховка не покрывает всех расходов на лечение от вируса, и их выбрасывают из больниц недолеченными. Изменить это за короткий срок невозможно, даже если Байден решит вернуться к программе медицинского страхования малоимущих, известных как Obamacare. Следовательно, весь негатив от неудовлетворительной борьбы с пандемией, который сейчас пожинает Трамп, вскоре обрушится на нового президента, скорее всего, Байдена, обвалив его рейтинг. В-третьих, второй по значимости проблемой, которая встанет перед новым президентом, американцы считают улучшение экономического положения. Причем улучшение зримое, а не выраженное исключительно в статистике и индексах фондовых бирж.
Как мы знаем, поддержка реального сектора экономики – это конек именно Трампа и республиканцев, в то время как Байден и демократы лоббируют интересы спекулятивного финансового капитала. То есть здесь кроется еще одна возможность для вероятного скорого разочарования электората в Байдене. Ну и, наконец, проблемы активности на международной арене и изменения климата, являющиеся коронными для демократической партии, считают важными лишь по 5-7% американцев. Это значит, что если Байден решит вернуться к экспансионистской политике, разбазаривая на нее внутренние ресурсы США, и будет донимать общество климатическим беснованием, он быстро получит ответ в виде того, что большинство общества от него отвернется. Среди интересных результатов опроса стоит упомянуть и то, что, согласно им, 4 из 10 американцев утверждают, что знают кого-то, кто поддерживает Дональда Трампа, но не будет говорить об этом из опасения, что его назовут расистом. Фактически, это подтверждение бархатной диктатуры либеральных идей в американском обществе, клеймящей альтернативную точку зрения и стремящейся загнобить ее носителей. Опрос также показал, что 23% населения считают действия протестующих за расовую справедливость, здесь подразумеваются активисты БЛМ, за последние несколько месяцев полностью оправданными. Еще 36% считают, что они частично оправданы, и только 36% называют их неоправданными. То есть в США сформировалась прослойка населения, готовая поддерживать любые противоправные действия, включая погромы, грабежи, мародерство, перестрелки и тому подобное, если они будут прикрыты борьбой за права расовых меньшинств. И эта прослойка составляет почти четверть населения. С нашей точки зрения, в будущем этот фактор станет одной из главных причин дестабилизации американского общества. Ну, а Дональду Трампу не стоит отчаиваться. Даже если в этот раз отстоять победу ему не удастся, у него есть все шансы побороться за президентское кресло через 4 года, ведь с такими ожиданиями электората демократы почти наверняка вскоре облажаются и утратят народную поддержку. На прошлой неделе разгорелся дипломатический скандал между двумя балканскими странами. 29 ноября сербское министерство иностранных дел потребовало от посла Черногории в республике Тарзана Милошевича покинуть страну. Так МИД Сербии ответил на аналогичное решение Черногории в отношении сербского посла. Внешнеполитическое ведомство Черногории 28 ноября объявило сербского посла Владимира Бажовича персоной нон-грата и попросило его уехать из Черногории. Причиной стали слова дипломата о легитимности скупщины в Подгорице 1918 года. Отношения между двумя балканскими странами оставались напряженными на протяжении большей части прошлого года. В воскресенье премьер-министр Сербии Анна Брнабич отменила решение о высылке Милошевича и заявила, что ее страна хочет протянуть Черногории руку сотрудничества и дружбы. Посол Сербии господин Бажович был выслан Черногорией после того, как назвал решение черногорских властей в 1918 году объединиться с Сербией освобождением. Собрание 1918 года постановило, что Черногория станет частью королевства сербов, хорватов и словенцев, которое позже было известно как Югославия. В 2006 году Черногория провозгласила независимость, став суверенным государством впервые после окончания Первой мировой войны. Владимир Бажович сделал свое заявление на заседании ассоциации, представляющей черногорских сербов. Он назвал решение 1918 года свободным выражением воли народа к объединению с братской Сербией. Новый премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич подверг критике решения нынешнего правительства и обвинил его в попытке углубить разногласия между этническими сербами и черногорцами. Здравко Кривокапич возглавит коалицию просербских партий и на этой неделе должен вступить в должность. Он говорит, что его новая администрация будет продвигать политику добрососедства с Белградом, основанную на невмешательстве во внутренние дела других стран.
Здесь стоит отметить, что парламентские выборы в Черногории прошли в августе текущего года. Действующий президент страны Мило Джуканович вел на них свою демократическую партию социалистов под националистическими лозунгами. Главным из них была кампания, направленная против сербской православной церкви и выражавшаяся в принятии закона, подразумевающего отъем ее имущества в пользу государства с последующей передачей немногочисленным черногорским раскольникам. Вероятно, у граждан Украины сейчас возникает дежавю. Да-да, это действительно напоминает Порошенко с его пресловутым Томасом и армией Мовой Верой. С той лишь разницей, что в Черногории градус гонений властей на церковь был существенно выше. В итоге антицерковная активность Джукановича привела к многочисленным протестам на улицах черногорских городов в поддержку сербской православной церкви. Их возглавил черногорско-приморский митрополит СПЦ Амфилохий, по праву заслуживший себе имидж борца за веру и повсеместное уважение в черногорском обществе. В результате на парламентских выборах победу одержала оппозиция. 23 сентября все 41 депутат от трех фракций нового большинства в парламенте официально поддержали Здравка Кривокапича в качестве назначенного премьер-министра, а также избрали новым председателем парламента Алексу Бечич. 30 сентября Кривокапич начал предварительные переговоры с представителями партий, которые составили парламентское большинство в Черногории, о формировании нового правительства. 8 октября он официально стал назначенным премьер-министром после того, как президент Мило Джуканович дал ему мандат на формирование нового правительства. Как мы уже упоминали выше, вступление Кривокапича в премьерскую должность состоится 2 декабря. При этом президентом остается бессменный руководитель страны на протяжении 30 лет Мило Джуканович, оппозиционно настроенный по отношению к Кривокапичу. В этой ситуации невольно закрадывается подозрение, что нынешний дипломатический скандал с Сербией был вызван желанием отсечь новому премьеру пути для налаживания дружественных отношений с соседней страной. О политических процессах на Балканах и взаимоотношениях между Сербией и Черногорией поговорим с политологом-международником Павлом Рудяковым. Здравствуйте. Добрый день. Вот мы знаем эту историю о том, что был выслан из Черногории сербский посол недавно за одобрение некого акта 1918 года, согласно которому Черногория влилась тогда еще в королевство сербов, хорватов и словенцев, если я не ошибаюсь, да, так, именно так. Так оно называется. Вот, соответственно, черногорцам это не понравилось. Вот выслали сербского посла, сербы тоже сначала хотели выслать посла, затем приостановили, как бы это решение, не стали обострять ситуацию. Вот, мне сразу пришло в голову то, что вот эти события с высылкой сербского посла из Черногории могут быть проявлением внутриполитического противостояния в самой Черногории между новоизбранным премьер-министром Здравко Кривокапичем, вот, который завтра уже вступит в должность официально, и многолетним президентом Мило Джукановичем, который придерживался в последние годы жесткого прозападного курса, в общем-то, устраивал гонения на сербскую православную церковь и всячески старался от Сербии и от культурной общности с ней отмежеваться. Вот что вы скажете по этому поводу, как специалист по региону, какие политические процессы там происходят сейчас внутри самой Черногории и между Черногорией и Сербией? У них не культурная близость у черногорцев и сербов, они братья по крови. У черногорцев двойная идентичность, они... И черногорцы – это как бы оригинальная идентичность, а все они сербы. Черногория – историческое государство, было одним из сербских государств. В средние века их было три. В раннем среднем веке была Босния, тоже сербским государством. Босния потом под турками стала другой, а Черногория так и оставалась. Поэтому там очень сложно. Их классик сербской, черногорской литературы, владыка, светский правитель Черногории в середине 19 века Петр II Петрович Негош, культовая личность. Он говорил о себе: «Я черногорец, я серб». Да, они, у них это очень все близко, очень близко. Поэтому это гораздо ближе даже, чем между русскими и украинцами, гораздо ближе.
Это, безусловно, вы, в принципе, ответили, мне нечего добавить. Может, фактажа немножко, да? Это, ну, любопытно, что это случилось в субботу, то есть поздно вечером, в пятницу, когда мы уже потирали руки, готовились побыть дома, как это называется, в карантин выходного дня. Вдруг Министерство иностранных дел, которое продолжает контролироваться президентом Джукановичем, Черногорской, объявило о том, что нон-грата является посол Сербии, значит, в течение 72 часов он должен по... Там ссылки на Венскую конвенцию, которая регулирует эти вещи, значит, 72 часа. Но я думаю, он не успеет уехать, потому что вот завтра будет новое правительство, и скажут, позвонят ему, скажут, оставайся, а мы сейчас отменим. Они уже объявили, что парламентарии, это новое большинство, объявило, что не отменят это решение. И, соответственно, в субботу утром то же самое решение приняло правительство Сербии. Как бы симметричный ответ, тоже со ссылкой на ту же Венскую конвенцию. Но в воскресенье утром они не отдыхали никто, Данил. В эти выходные у них было работы полно у всех. Президент Сербии Александр Вучич пригласил себе премьера Сербии Анну Брнабич, у них девушка уже много лет премьер, и министра иностранных дел, забыл фамилию, Салакович. И сказал, что я разделяю, буквально, это очень важно, я разделяю позицию правительства и Министерства иностранных дел. Это действительно, вы приняли правильное решение, но у меня к вам просьба лично это решение пересмотреть, не отменить, а пересмотреть. Он не Зеленский, он не говорит Конституционному суду и правительству, мне ваше решение нравится, меняйте его. Пересмотрите, потому что для нас конвенции и международные договора важны, но дружба с черногорским народом для нас важнее. Они пересмотрели, и Сербия отозвала свое решение о объявлении посла Черногории тоже так же персоной нон-грата. Это уже приветствовали в Брюсселе, сказали, что вы молодцы. Хотя первая реакция на вот эту, значит, высылку послов из Брюсселя была очень такая красноречивая и нам, для нас поучительная. Оттуда безымянный чиновник из Европейской комиссии сказал, нужно сохранять добрососедские отношения. И Сербия, и Черногория очень правильную тактику идут, очень хорошо двигаются по дороге евроинтеграции. Значит, вот эту провокацию, которую черногорцы устроили на ровном месте, никто даже не осудил, никто даже пальчиком не помахал. Почему? Потому что эта провокация вкладывается, идет в русле политики Черногории, которую Черногория, Джукановича требуют американцы. Ну, политики Джукановича, по сути. Ну, американская политика, которую реализовывает Джуканович. Эта политика направлена на отрыв от Сербии, на резкое противопоставление Сербии и на вот это форсирование сербофобии. Сербофобии в самом таком махровом виде. Что Джуканович делает? Что проявилось, то, что вы упомянули, в нападках, не в нападках, уже теперь нападки были раньше на Сербскую православную церковь, а в жесткой атаке на Сербскую православную церковь, на Приморско-Черногорскую митрополию, парафию, которая на территории Черногории работает. Да, вот на самом деле там очень интересные процессы сейчас происходят внутри Черногории, в том плане, что Джуканович и его люди обвиняли Здравко Кривокапича, фактически будущего премьера, в каких-то связях с Сербией, что он там агент Сербии и сербского влияния и тому подобных вещах, на что он им отвечал, что у Джукановича есть личные дружеские отношения с Вучичем, президентом Сербии, и вот якобы они тоже поддерживают какие-то контакты. То есть получается... Скорее всего, это так и есть. Получается, что и черногорская бывшая оппозиция, теперь уже власть в парламенте и в Кабмине, она тоже как-то учитывает не только просербские, но и антисербские настроения, которые есть в черногорском обществе, и как-то их пытается ими также манипулировать, жонглировать, что ли. Да нет, в черногорском обществе антисербских настроений немного. Во-первых, в Черногории есть значительная группа населения, которая является этническими сербами. Соответственно, черногорское общество разделено, но к сербам там сложившие исторические отношения. Вот много комментариев было по поводу этого инцидента. Их масса была разных. Все политизировано было за и против, значит, четко, резко все. Есть такой Матеа Бечкович, он поэт, академик, он черногорец, но он гражданин Сербии, он живет в Белграде уже много лет. Он сказал примерно так, что это вопиющий случай,
то, что сделал мне Черногория, я бы посоветовал потомкам. А из-за чего сырбор? 1 декабря 1918 года было создано королевство сербов, хорватов, словенцев. Впоследствии королевство Югославии, впоследствии социалистическая федеративная республика Югославия. Туда вошли австрийские славяне, хорваты, словенцы, сербы. Туда вошла Сербия. Черногория была независимым государством. Черногория по решению своей скупщины под Горечкой 18 года, ноября месяца, забыл дату, тоже вошла туда. Теперь МИД Черногории ссылается на решение 18 года, 29 ноября, скупщины Черногории, которая осудила эту скупщину. А посол Сербии сказал, что это волеизъявление, это решение 18-го, волеизъявление 14-го черногорского народа, и освобождение Черногории. А официальная теперь позиция черногорской власти, что это порабощение, оккупация Сербии территории Черногории, детронизация Николы Петровича, короля Черногории, который туда входил, и перерыв черногорской государственности. И вот из этого сербор. Бечкович говорит, теперь этот Матия поэт, блестящий поэт, он говорит, теперь я бы посоветовал потомкам, журналисту, который берет у него интервью, он говорит, найдите список участников подгорочкой скупщины 18 года, наверняка есть потомки. Пусть потомки подадут в суд на власть Черногории за то, что она клевещет на их предков. Это историческое решение, позитивное решение. Черногория выиграла. Черногория была беднейшей страной, хоть имела свою государственность. У них там было 7 врачей русские им прислали врачей. Русский им бюджет наполняли, царь давал деньги, у них неоткуда было. А в Югославии они расцвели. А теперь они, так же, как мы говорим, что в СССР у нас было все плохо, хуже некуда. Хотя вот теперь сегодня годовщина референдума, у нас ВВП упал в 2 раза, 51% по сравнению с 90-м годом. Ну, действительно, параллелей очень много. Оно лежит прямо на поверхности, да. Поэтому там нет, там нет противопоставления сербам. Там есть государственная политика, которая, это является требованием американцев. Сербов они сдерживают как Россию в Евразии, так сербов на Балканах, Сербию. Американцы сдерживают, ограничивают и так далее, и так далее. Вот Джуканович играет эту песню. Хотя у него, он яркий человек, он начинал свою карьеру еще как комсомолец, как любимец Милошевича вместе с сербами, у него там куча приятелей. И фактически Джуканович последний диктатор Европы, правящий на протяжении 30 лет вот уже. Он дольше, чем Лукашенко находится при власти. В 23-м году, я думаю, он уже будет переизбран. Но дело же в том, что политика Черногории не меняется, и она не изменится. Они под внешним управлением так же, как мы. Американцы их не выпустят. А у американцев сейчас, у демократической администрации, то еще. Господин Байден, это же ширма, видите, он приводит людей в администрацию, фактически он ничего не решает, он просто прикрытие, там другие люди руководят. Сегодня только вспоминали, что с собакой какой-то патронажной службы гулял и поломал ногу. В общем, такое. Да. А политика, демократическая администрация тогда, когда еще при Обаме, Хиллари Клинтон, как госсекретарь, говорила, у нас на Балканах есть незаконченная работа. Незаконченная работа, они сейчас будут ее продолжать. Это антисербская работа. Босния – унитарное мусульманское государство, признание Косово как независимого государства и отделение Черногории окончательно от Сербии. Вот такие их задачи. Это незаконченная работа, это 3 работы. И Черногория в этой политике остается. Они сейчас будут сопротивляться, потому что парламент все-таки другой и правительство другое. Но вот представители сербских партий Демократического фронта, которые победили, которые являются участниками победившей коалиции, в правительство не включили, потому что американцы жестко сказали, нет, они не должны там быть. И Кривокапич пошел на это. То есть смена лиц не означает смены политики, потому что политика не зависит от внутренних только сил. Политика зависит от того, что диктуется извне. А извне диктуется антисербская политика. Павел Николаевич, одно из самых крепких уз, связывающих черногорские и сербские народы, является Сербская православная церковь. И мы знаем, что недавно во время гонений на церковь в Черногории тамошние верующие организовывали мощные акции протеста, вот демонстрации, крестные ходы многотысячные, которые, в общем-то, и помогли им отстоять свои права. Во главе всего этого движения стоял митрополит Амфилохий, который вот недавно умер. И в Сербии также, скоро будет 40 дней, да? И в Сербии также умер патриарх сербский Ириней. Возникает вопрос, вот когда новые люди возглавят сербскую церковь и черногорско-приморскую митрополию, как это повлияет на вот это связующее звено, на сербскую церковь, которая объединяет Сербию и Черногорию? Наметятся ли там какие-то
подвижки, ну что ли, в сторону разъединения, в сторону, возможно, каких-то расколов или такого церковного либерализма, который вот бывает во многих церквях, или же, наоборот, сохранится крепкое вот это церковное единство? Нет, я думаю, что выстоит Сербская Православная Церковь. Там достаточно прочное такое ядро, несмотря на эти трагические удары, две подряд смерти в конце октября и в ноябре, о которых вы упомянули. Черногорско-Приморская митрополия Сербской Православной Церкви и лично покойный, светлая память митрополит Амфилохий, они сыграли очень важную роль в победе вот этих демократических сил, которая произошла на выборах. Действительно, эти протесты сыграли очень важную роль. Мобилизация граждан сыграла очень важную роль. Мобилизация тех, кто был, кто колебался, кто готов был голосовать за Джукановича и за его партию, они перешли в знак протеста против вот этой политики, против церкви. Но ведь, да, кроме того, вот Кривокапича, он же профессор, он не политик профессиональный, Кривокапича, как оказалось, Амфилохий посоветовал этим оппозиционным силам черногорским, чтобы он возглавил, это его человек. Но он теперь играет совершенно другую игру. Там сложный вариант. Я думаю, церковь устоит, церковь останется связующим звеном между сербами и черногорцами. И это единственное пространство каноническое сербской православной церкви сохранится. Но насчет влияния в политике, там не так просто. Там политика очень мощно идет в таком духе, который не разделяет сербская православная церковь. Ну и последнее, что... Ведь сейчас же и для церкви сербской православной свои угрозы в связи с этим вот американским давлением на православие, в связи с использованием Вселенского Патриарха американцами как инструмента для раскола. В связи с осью Стамбул-Вашингтон, да. Фактически. Это тоже там достаточно сложно. Вот сейчас американцы же сделали, Госдеп, Помпео сделал, Международный альянс за свободу вероисповедания. И вот они с Варфоломеем, Помпео и Варфоломеем встречались, что-то там обсуждали, что там в православии делается. Но мы же, Данил, прекрасно понимаем. То, что считают позитивом для православия Помпео и Варфоломей теперь, примкнувшие к нему Варфоломей. И Папа Римский, кстати, да, с ними вместе. Это для сербской православной церкви это дополнительная угроза. Поэтому, я думаю, там будет сейчас, будут попытки, пока вот такое, пока не избран новый патриарх. Но, насколько я знаю, я, к сожалению, глубоко не знаю этой истории там внутри, там есть ядро такое, такого высшего клира, которая готова продолжать тот путь, которым сербская православная церковь шла при покойном Иринее, тоже светлой памяти, при Амфилохии. А сербская православная церковь, она одна из церквей православных в мировом православии, которая занимает наиболее жесткую позицию, солидарную с позицией русской православной церкви. И антагонистическую по отношению, скажем, к ПЦУ, православной церкви Украины, которая... Ну и к Фонару также. Да, которую... Нет... К Фонару тут не совсем так. Они продолжают Вселенского Патриарха почитать как первого среди по чести. И они уделяют внимание информационному сопровождению его мероприятий. Они на своем официальном сайте Церкви Православной Церкви, он туда поехал, он то сказал. Они абсолютно, как бы та часть, которая не касается вот его этой деятельности, в которую попали ПЦУ, и мы тоже косвенно попали вместе с ПЦУ, они его продолжают чествовать. Но более ничего, никаких переговоров там с ним по поводу того, а давайте, сербы, признайте ПЦУ, они не позволяли. Они писали, жесткие формулировки были четкие, вот это так, вот это так. Это канонично, это не канонично. Поэтому тут как бы они с ним конфронтацию лично не заводили, с Вселенским Патриархатом. Такая, мне кажется, взвешенная позиция. То есть они не вмешивались в какие-то вот эти РПЦ, Вселенский Патриархат, склоки, но занимали четко позицию, солидарную с РПЦ. Я вас понял. Спасибо за беседу. В гостях у Международной панорамы был политолог-международник Павел Рудяков. Тем временем в Боливии, в которой недавно на выборах победил кандидат от социалистической партии МАС, новые власти развернули активную деятельность по устранению последствий правления неолиберальных путчистов, узурпировавших власть год назад. Как сообщают СМИ, после победы социалистов обновилась верхушка Министерства обороны. Выяснилось, что бывший министр обороны Боливии предлагал так называемому временному президенту Жанин Аньес устроить еще один военный переворот, чтобы не допустить возвращения МАС к власти, но большинство генералов отказались его поддержать.
После прихода социалистов к власти его отправили в отставку. Боливия возвращается в Союз южноамериканских наций УНАСУР, членство в котором было приостановлено путчистами после захвата правления. Также Боливия возвращается в боливарианский блок Альба и сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Было заявлено о полном восстановлении дипломатических отношений между Боливией и Кубой. В ближайшее время Боливия сменит посла в Гаване, и, как ожидается, Куба также заменит своего посла в Боливии. На бывшую самозванную временного президента Жанин Аньес уже заведено 24 дела, связанных с коррупцией. Нанесенный ущерб оценивают от 800 миллионов до 1,5 миллиарда долларов. Ее также обвиняют в причастности к убийствам 26 гражданских лиц после государственного переворота. Одним из приоритетов внешней политики Боливии новые власти называют закупку России вакцины от коронавируса «Спутник-5» для преодоления сложной ситуации с коронавирусом в стране. 7 марта 2021 года в Боливии пройдут местные выборы, где будут избраны 7 губернаторов и 300 мэров. Лидеры социалистов Эво Моралес и Луис Арсе призвали своих сторонников готовиться к ним, чтобы закрепить результаты победы на президентских и парламентских выборах. К присяге была приведена новый министр деколонизации и депатриархизации культуры Сабина Орельяна Крус. Министерство было упразднено после переворота, но восстановлено практически сразу после возвращения социалистов к власти. На прошлой неделе в Боливии начались аресты военных, причастных к неолиберальному перевороту 2019 года. Первым по распоряжению прокуратуры был арестован генерал ВВС Альфредо Куэльяр. Ему вменяют причастность к бессудному расстрелу в городе Сакаб. Генерал оправдывается тем, что он был пятым в цепочке командования, по которой прошел приказ на открытие огня на поражение против гражданских, в результате чего было убито 10 и ранено 30 человек. До суда Куэльяра заключили под стражу. Пример Боливии демонстрирует, что при грамотном подходе и вовремя проявленной гражданской сознательности населения последствия всевозможных цветных революций в интересах зарубежных держав могут быть успешно устранены. Причем, заметьте, все это было сделано в рамках вполне законной конституционной процедуры демократического голосования, в ходе которой население предпочло представителей предыдущей власти ставленникам американской олигархии, незаконно удерживавшим власть в стране около года. А больше о событиях на великой шахматной доске в Евразии смотрите в программе Алексея Кутепова «Версии» уже на YouTube-канале КРТ. О перспективах же установления мира в Украине смотрите в традиционных телемостах «Киев-Донбасс». На этом наша передача подошла к концу. С вами была «Международная панорама» и я, Даниил Богатырев. До новых встреч на канале КРТ.